сегодняшняя игра против Урала особенная, ведь для петербургского «Зенита» это заключительный домашний матч в Субур-арене в 2021 году. Да, будут еще выездные матчи в рамках чемпионата России, в рамках Лиги чемпионов. Будет еще финал 4 Кубка России, но пройдет он не здесь, а в Ледовом дворце. Я там смотрел много хоккейной игры, там отлично будет играть. Игра была достаточно тяжелой для нас. Урал оказал нам сопротивление, особенно во втором сете. Мы знали, что команда приезжает, в принципе, не в полном составе, но мы настраивались на нее как на серьезного соперника, потому что мы знаем, что в конце этого месяца у нас предстоит уже финал Кубка России, и мы непосредственно все игры, которые оставшиеся, готовимся, уже непосредственно настраиваемся на сам финал. Сегодня ровная игра, особенно в атаке, мало ошибались, и это очень важно. Не что мы думаем сейчас в следующей игре и на Кубке. Конечно, у нас это головы есть, но это тоже опасно, если на такие игры начинаем думать дальше. Это ни один соперник это будет прощать. Вы всей семьей болелось? Круто болелось? Да. За кого болелось? За Ваню! За какого? За Яковлева, да? Да! Насколько важно, что сегодня первую игру отыграл после длительного перерыва Витя Полетаев? Я думаю, что, конечно, это очень важно в первую очередь для самого Вити в плане морального, потому что человек уже не играл, там на площадке не был очень долгое время, там 4 месяца, восстанавливался, лечил травму, и я думаю, что в прежнюю очередь это очень важно для него, но и в целом для команды, чтобы у команды появляется уверенность в том, что Витя уже почти восстановился и готов полностью ворваться в бой уже на Кубке России. Мы его ждем очень долгое время, там большая работа вел Андрей Стрейков, физический тренер наш медстаф. И так сегодня решили его отпустить именно от начала, потому что так легче, чем входить потом, может быть, когда он уже не размет, потому что по физической кондиции это лучше так. Но у нас есть Ваня Подербинкин в отличном тоже форме, вот поэтому они оба могут играть. Конечно, важно, что Витя вернется. Вторая партия очень важная была в психологическом плане. Если бы нам удалось, возможно, выиграть ее, когда бы игра развернулась по-другому. После второй партии и по счету, и по игре откровенно рассыпались. Какого-то одного элемента выделить не могу. Много что не получилось. И практически все можно сказать. Какие ожидания от Кубка России? Но дать максимум, нам будет еще у нас 2 недели поработать, еще не все отлично у нас, чтобы хороший уровень показать на кубок и надеяться что-то сделать в наш город, в Питер, и посмотрим. Но очень тяжело будет, просто мы пока еще готовимся и, надеюсь, будем готовы, просто еще у нас важный матч сейчас против Нижний и против Новый Сад, это наша подготовка, надеюсь, получится все. Я там смотрел много хоккейной игры, там отлично будет играть. Болели за Йокерит? Конечно, да. Если другие игры на СКА, но когда Йокерит было, там много знакомых, тренер тоже с Субаном, хорошие друзья, вот поэтому так. Вы все так по-новогоднему одеты, уже чувствуется Новый год? Абсолютно. Мы его дарим людям.